Чем больше мы знаем о том или ином заболевании, тем больше вероятность того, что можно будет избежать тяжелых последствий. COVID-19 сейчас, пожалуй, самая обсуждаемая в мире тема. Волнует многое. Симптомы заболевания, методы лечения, способы заражения. И вопросы у населения продолжают возникать. Ежедневные брифинги резюмируют ситуацию и дополняют информационное поле. В ходе брифинга с участием начальника управления агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Рустама Икрамова была дана информация касательно ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Подробно рассказано о санитарных правилах и нормах, которые должны соблюдаться государственными органами, ведомствами, а также субъектами предпринимательства в рамках их деятельности. Далее на вопросы граждан и пользователей соцсетей ответила руководитель пресс-службы Министерства юстиции Севара Уринбаева. Могут ли медицинские работники отказать лицам в оказании медицинской помощи? Какая ответственность за это установлена в законодательстве? Согласно статье 59.1 Кодекса об административной ответственности, необоснованный отказ предоставления экстренной или неотложной медицинской помощи в медицинских организациях лицу, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии, лицом, обязанным оказывать ее в соответствии с законом или специальными правилами, влечет наложение штрафа на граждан от 669 тысяч сумов до 1 миллиона 115 тысяч. На должностных лиц от 1 миллиона 115 тысяч сумов до 2 миллионов 230 тысяч сумов. То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечет наложение штрафа на граждан от 1 миллиона 115 тысяч до 2 миллионов 230 тысяч сумов. На должностных лиц от 2 миллионов 230 тысяч сумов до 3 миллионов 345 тысяч сумов. Я нигде не работаю. Мое материальное состояние тяжелое. Оказывается, согласно законодательству, безработным лицам должно выплачиваться пособие. Насколько это правдиво? Согласно Трудовому кодексу, пособие по безработице начисляется и выплачивается с первого дня в местном органе по труду. Безработным мужчинам в возрасте до 35 лет, имеющим менее 3 иждивенцев, пособие по безработице назначается при условии их участия в оплачиваемых общественных работах в порядке, определяемом Кабинетом министров Республики Узбекистан. Право безработного на получение пособия вступает в силу с момента регистрации лица в качестве ищущего работу максимум с 11 дня. О ходе исполнения указа президента о дополнительных мерах по материальной поддержке слоев населения, нуждающихся в помощи и социальной защите в период коронавирусной пандемии, рассказал начальник управления Министерства по поддержке Махали и семьи Ахрор Гломов. Также состоялся брифинг с участием заместителя председателя управления мусульман Узбекистана Хомиджона Ишматбекова, на котором говорилось о важности проведения благотворительных мероприятий поддержки малообеспеченных семей.